Что вы думаете, эти простые христиане, не философы, они ответили следующим, первым самым вероисповеданием. Это записал, сформулировал первое кредо, сформулировал Ириней. А Ириней – это будет первый как бы, богослов из отцов церкви. И он написал первое кредо. Он был учеником Поликарпа Смирнского, мученика первого, одного из первых мучеников. А Поликарп учился у ног Иоанна Богослова. Так вот, кредо такое. «Один Бог, Отец Всемогущий, сотворивший землю, небо и все, что в них. И один Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся ради нашего спасения, рожденный от Девы, Его страдания, воскресение, вознесение, будущее явление во славе и Святом Духе». Вот я хочу обратить внимание, Бог, сотворивший все видимое и невидимое, это было полным ответом, ответ церкви гностикам. Бог, сотворивший все видимое и невидимое, это один Бог. И Он творец и того, что видимое, и того, что невидимое, никаких двух богов. В этом простом утверждении очень мыслей много содержится. Мысли, которые содержатся внутри, но прямо даже не высказаны, называются импликации. Знакомое слово? Импликация – это утверждение. Первое. Различие между Творцом и Творением. Есть Творец и есть Творение. Потом второе. Бог царствует, и человек, он слуга, а не хозяин. Он поставлен Богом отвечать за эту землю и за свой труд. И Бог спросит с него за этот труд. Это против вознесения человека, безумного вознесения. Да, Бог дал ему землю, трудится на ней, и придет и спросит, что ты сделал на этой земле. Вот, поэтому Бог царствует, а человек – слуга, а не хозяин. И потом еще мир, мои дорогие, положите в сердце это. Мир добр, мир сотворен Богом, мир добр. Люди в нем могут быть злы, но мир добр. На самой ужасной войне, где убивают, а сирень расцветает, а соловьи поют. Подумайте. А израненное дерево, где снесло половину дерева крону снарядом, оно простирает оставшиеся ветви, давая покой, сень, тень. Мир добр. У меня сын, географ, занимается озерами. И он говорит, если не трогать хотя бы в течение года землю, не травить ее, она все восстановит. Озеро восстановится. Там тут, понимаете, огромнейшая сила вот этой доброты, восстановления. Потому что Ладожское озеро, это мы же питаемся, пьем это озеро, я имею в виду Ленинград, наш Питер. И там тоже все алюминиевый завод туда. И что вы думаете? В середине озера есть огромный шар холодной воды, которая не успевает прогреться даже за лето. И плотная вода холодная заставляет эти ужасные грязные потоки обходить этот шар, и оно очищается, пока огромное озеро обходит. Посмотрите, как озеро защищается этими алюминиевыми стоками. Специальное название какое-то есть для этого шара. И потом от обилия всяких отходов, которые туда сбрасываются, масса водорослей появляется, которые могут в одночасье это озеро вообще все покрыть, оно превратится в болото. И тоже
появляются какие-то там эти то ли рыбки, то ли... Понимаете, то есть все в каком-то находится равновесии добр мир этот. Ты его не трогай, не трави, он восстановится и опять будет служить тебе же, человек уже. Еще знаете, что отсюда следует? Чтобы мы не превозносились. Бог сотворил мир для себя. Он сотворил мир для себя. Он дал его человеку. Он сотворил человека для себя. Мы его и род. Мы принадлежим ему для общения сотворены. Мы сотворены для Бога. У нас была очень интересная проповедь. Один наш брат вышел на кафедру, он никогда не проповедовал. И он посмотрел на зал и говорит: я, говорит, помнил, ты был здесь человек, вот Бог его взял, а у него там семья осталась. А этого молодого мы похоронили, в катастрофе погиб, а тоже там детки остались и все. И вот он так набирает все эти ужасные примеры. Я думаю, к чему он клонит? Как он из этого выберется? В конце он сказал такие слова, вздохнул, пот вытер, сказал: братья и сестры, все, что Бог делает, Он делает для своей славы. И все собрание сказало аминь, тихо и строго. Мы не понимаем, мы не видим, как, что, почему, для чего. Это все обернется. Это все превратится. Написано результат всего. Преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Понимаете как? А пока в процессе мы видим то и то, и то, и то, и то. Вот такое вот. Мне же очень интересно, что никто не протестовал. Все выслушали. И говорят, да, аминь. Мы не видим еще результатов всего. Так вот, церковь ответила таким вот вероисповеданием, из которой главнейшее, главнейшее – Бог – творец всего видимого и невидимого. Никакого пантеизма, что много богов. Вот такой вот ответ. Но, значит, гностицизм, он долго жил, сравнительно долго жил, благодаря своему синкретизму. Слово знакомое – синкретизм. То есть он вобрал в себя многие учения. Он вобрал в себя греческую философию. Он вобрал в себя какие-то магические культы. Для людей, для популярности гностицизм проповедовал также и всякие магические учения. Те же омовения, те же... чтобы сделать его приемлемым. Какие-то защиты против греха, защита против смерти, доступ к благословениям грядущего века, мистическая религиозная философия, аллегорическое толкование слов Христа и три класса людей. Мы с вами говорили, элита, люди душевные и люди-язычники. Ну, они там... еще другие слова имеют, ну вот. Иоанн Златоуст сказал: «Ереси дают истине возможность сиять ярче. Так было и с пророками. Возникают ложные пророки, и по сравнению с ними истинные пророки сияют ярче. Болезнь делает очевидным здоровье, тьма – свет, буря – покой. Одно дело стоять в истине, когда никто не пытается вас обмануть и поймать, а совсем другое дело оставаться непоколебимым, когда тысячи волн разбиваются от тебя. Тысячи волн устремились на эту церковь, на людей не мудрых, не особенно образованных. И вот они вот так вот замечательно справились. Значит, гностицизм был побит, и церковь его отвергла, но он оставил 5 ляпов таких в церкви. И они до сих пор существуют в исторических церквах. Если вы возьмете
православные богословия, самое первое утверждение их какое? Непостижимость Бога. Ну, то же самое, как вот гностики. Бог вот Демиург, да, он тут имеет дело с людьми, а тот Бог, ну, непостижимость божества. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Так послушайте-ка. Ну, вы понимаете логику. Дальше выстраивается, собственно, все православие. Непостижимость божества. Но постичь-то его как-то надо. Поэтому необходимость каких-то жрецов, которые вот этого неведомого, непостижимого Бога как-то открывают людям. Какие-то посредники, вот там эманации у них были, да? Посредники между высоким, недостижимым Богом и человеком. Ну, вы знаете, посредников много, да? Хотя у нас в Библии только один. Это тот, который есть Бог одной рукой, и который есть человек другой рукой. И вот между нами он соединяет нас. Вот это все учение. И превращение в таинство, заповеди Господних, таинств превращается в таинство, которыми как-то воздействовать на Бога, какие-то заслуги мои. Ну, в общем, если я перечислю вам эти, значит, непостижимость, ну, ведь написано, Бога не видел никто никогда. А дальше что? Единородный Сын Божий. Он явил. Вот почему, наверное, они могли не понять, то есть, во-первых, ну как, вот эти законы земные, они не давали, ну как бы заключали вот какие-то рамки человеческого понимания, и они также в рамки человеческого понимания старались заключить и Бог. То есть у нас женщина рожает, а как Бог может мог родить? Поэтому это невозможно просто. То есть люди действуют не через, понимают Бога, не через Него самого, через себя. Да. Так вот, в общем, понятие непостижимого божества, она осталась в богословии церквей исторических. Затем, постигнуть его можно только через посредников. Это второе, да? Второе, да. Роль посредников, роль таинств. И затем разделение людей на высшие и низшие духовные чины. То есть смысл иерархии-то ведь, вот он где. Есть высшие и низшие духовные чины. И, наконец, аскетизм. Аскетизм исходит из того, что если материя зло, то отсюда два вывода. Либо, ну, иди на поводу этой материи, раз она зло, и что ты по ней сделаешь? Она зло, она и есть зло. Поэтому иди на поводу, поэтому идет распутство. Второй выход – убивай эту материю. Это аскетизм. Это две медали одного и того же. Это мне очень трудно далось всем же индуизмом, потому что я была в храмах, там храм богини Молнии, и там сидел аскет, ну, мощи живые такие, безумный взгляд, отсутствующий, видимо, душа у него где-то бродит. Дочка его, вот он сидит недвижно. А рядом с этим храмом богини Молнии другой храм, другой богини. Он весь барельефами украшен. Я пошла посмотреть порнографию.
Понимаете ли, вот это... Потому что либо у тебя вот полный разврат, либо у тебя полное убиение. И это все один источник, потому что материя – зло. Ясна логика, да? И поэтому аскетизм никак не является выражением чего-то духовного. Это след, ляп остался от гностицизма, от убеждения, от эллинской философии, от убеждения, что материя – зло.